Операция проводилась совместно с сотрудниками роты ДПС города-курорта, совместно с сотрудниками отдела МВД. То есть привлечены были сотрудники участковые, уполномоченные, сотрудники ПДН, сотрудники отдела внутренних дел. За период проведения операции выявили около 600 нарушений. Любители выпить за рулем тоже нашлись. Задержано 8 водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 8 автовладельцев привлечены к ответственности за несвоевременную уплату штрафов. Данная работа проводится не зря, проводится эффективно. Водители стали внимательнее, стали обращать внимание на соблюдение знаков дорожного движения. Также большое внимание было уделено на предоставление водителям преимущества при движении пешеходов через проезжую часть по пешеходным переходам. Правила дорожного движения для того и существуют, чтобы быть взаимно вежливыми на дороге. Нужно быть ответственными и внимательными друг к другу.